Так, ну что, дальше ждем. Ты еще не устал играться? Могу я поиграться? 30 минут прошло, Кирилл. Еще 11 часов 30 минут. Ну, отлично. Ты вообще уверен в этой затее? Да, почему нет? Сам сказал, самое главное не напрягаться. Егоров Так-то вдаль. вряд. Но мы вряд не получим наших драгоценных Да, пунктов. согласен, это отказано. Нет, с другой стороны, мы должны играть с участниками. Хорошо. Давай Даню примем. Слушай, ну это в натуре какой-то активный, слишком активный мужик. Французская. Нет, не французская какая-то. Че это за дебют? Это она защита Лехина. Такая, причем странная какая-то. Правильный порядок ходов. Вот мне кажется, здесь уже всегда можно дать мат этими слонами, которые все разрезают. Тебе кажется. Кажется? Это ты правильно подметил. Не, ну слоны реально очень мощные. Теперь еще мощный ферзь. В общем, похоже, по-моему. А так все очень мощное, да? В конь e4 похож на зевок пешки. А есть определенная компенсация, но не более. Ладью нужно второй. Поактивнее немножко. Кто такой Никита Белых? Как тебе ответить на этот вопрос? Не знаю. Есть. Короче, Даню, Платон, Даню мы уже убрали из игнора, да? Ты ведь убрал Даню? Да. Честно? Честно. Не врешь? Честная пионерская. Так, ну 38 человек это достойно достанем. Король в 3. Почему так? Хожу из-под шаха на b7, очень тонко. Видишь, кстати, помогло. Теперь прошел 90 часов. ферзь. Да. Вот отвратительный ход. Король h2 надо было, что ж ты делаешь? Так тоже ничего, но тем не менее. Матильда. Обыграли Даню. Ну, Даня очень упорно хотел с нами поиграть. Ну, слушай, а можно как-нибудь банить вот таких мужиков? Ага. Ты у меня научился это делать? Да, уважаемый Мужик. ТБЕ Транкс, да, понимаете, что Дети уже знают английский. да, Да. не то чтобы там что-то очень неприличное, но просто пошлятина, поэтому, да. Добавили Платон за то, что он очень много хотел играть в шахматы. Это вообще вредно. Это даже не спам. Что его написать? Все, уже Артем добавил. Вот только сейчас. Точно, откуда ты знаешь? Мне пришло сообщение в чат. Хорошо. В чем палец Тема. вверх? Тема вообще палочку вырхалочку нашего мероприятия. Так, ну ладно, давай, есть у нас еще. Да, тем временем я пытаюсь поправить свой монитор, потому что с ним происходят страшные вещи сейчас. Так, теперь он мне пишет в личку, здорово. Тём, убери его вообще куда-нибудь. Какой-то очень крутой мужик. Ну, ничего страшного. Ну, типа то же самое пишет. Нет, он мне пишет, что... Ну, короче, пишет очень страшные вещи, я ему башку разбил бы. Страшно, погнали. Ну что, с кем играем? Со всеми этими же нашими шахматистами мы уже Да, сыграем. поэтому просто общий вызов. Еще Сейчас наиграем. нас будут... Нет, нас не ловят. Вот, да, вот это очень тупой вариант. Конь e7 здесь надо, ты не помнишь, я это объяснял? Нет, я помню, но как бы твои объяснения. Не, ну конь e7 действительно хороший ход. Это мне не знакомо. Да ничего он не анализирует, он просто машинально уже делает это. Я у него миллион раз интересовался, нахера ты делаешь? Он говорит, я не знаю. Нет, я не знаю ни одного человека, который анализирует минутки. Это, я не знаю, как назвать. Извращение, наверное. После дали, действительно, Блиц просто. еще можно анализировать, и то как бы
Ты ферзя сейчас поймаешь. А, понял, он взял и Пионе. убил. Нужно сдаться. Кто будет сдаваться без фигуры по минутке? Я ж не на Камура. И слава богу. Пожалуй. Таких задротов всех искать надо. Ну, в хорошем смысле, конечно. Хикару, ну, просто... Хикару такой шахматист просто. Чересчур быстро думающий. Так нельзя. Ты согласен с этим? Я даже не понял, что ты сказал. Ну, блин, ну вот так, как он играет по минуте, это же жутко. Ну, большой опыт. Да, мы уже обсуждали эту Ну, тему. Да. когда я играл длинный матч именно по минуте с Накамурой, и это было довольно унизительно. Избили, да? Я выиграл 3 партии, но проиграл 20. Ты был хорош. Причем я еще считал, что это хороший счет. Так, вчерашний матч с Карлсоном, да, Магнус хорош. Там то же самое, что у Камуры со мной было примерно 21-4. Сереге очень тяжело. Так, ладно, сотовый сейчас возьму. Подожду на секундочку. Да, Магнус был хорош, но Петросян, честно, не убедил. То есть я думаю, что и Непомнящий, и Коваленко, и Со в этом матче смотрелись бы намного лучше. Но отобрался Петросян, играл Петросян и проигрывал тоже Петросян. Будем, наверное, но по очереди. Так что наедине с собой вас не оставят. Соучастник турнира? Разве? А у меня такое ощущение, что остались там Грищук, Накамура, Карлсон и кто-то четвертый, да. Кто четвертый, я не помню. Не, я тоже думал, что это неплохой счет, потому что, как вы можете видеть, по минуте я довольно слабая игра. В Блиц подозреваю, что такого счета не было бы. Потому что Накамура все-таки специализируется именно на очень быстрых контролях, а не на Блиц. Но, с другой стороны, совсем хорошим счетом 23 назвать тоже нельзя. Нет, Таранян уже выбыл. А, Лаграф, да. Вообще Лаграф, Грищук, Карлсон, Накамура остались. Со, по-моему, не играл. Иванчук тем более не играл. Иванчук, может быть, играл в отборе, но я в этом не уверен. Кирилл там, я чувствую, засосала опасная трясина, поэтому сыграем партию без него. Ну да, Со играл в отборе, но не отобрался. Я тоже так думал, но вот меня тут сбили с толку. А с дебютрети? А, это Никита Романовский, я даже не посмотрел на ник соперник. И я прискорбно. Я тут отходил ненадолго. Да, Никита поймал наш общий вызов, это очень обидно. Никита. Так, было что-нибудь интересное, я пропустил. Что-что? Я что-нибудь пропустил интересно. Да, тут был интересный диалог без тебя. Отлично. О том, почему ты так слаб. Башня в целом. В карте, да? В картинге, да, в футболе. Нет, больше Вообще нет. во всем. Я хорош в нарвах. Так, ну... Нет, я не думаю. Нет, сегодня суббота. Сегодня Никола Калинского. Что, Балтик? Нет, я не, вообще не хочу ничего употреблять. Вообще никого не советую.